Америке. Я живу в Калифорнии, в Orange County, и здесь очень красиво, я очень сильно здесь люблю жить. И да, вот это моя маленькая история вкратце. Конечно, в моей истории есть очень много, куча всего интересного, но просто вкратце рассказать о себе, потому что много людей... Я обещала себе, что я только буду говорить на русском, я не буду переходить два слова на английском, три слова на русском, одно слово на румынском. Мы когда со своими друзьями разговариваем, честно вам говорю, такая каша, особенно с друзьями, которые тоже говорят на английском, румынском и русском. Следующее, я хотела ответить на пару ваших вопросов. Я вас спросила, если у вас есть вопросы на Твиттере, спросила на русском, и многие мне ответили на русском, то что очень классно, мне очень